Привет. Ой. О, Буракбей, вы меня так напугали. Извини, я не хотел тебя напугать. Просто мне и так не по себе в пустом офисе сидеть. Извините, я испугалась от неожиданности. Это ты меня извини. Чем занимаешься? Они что же заставляют тебя по субботам работать? Ой, не спрашивайте. Так нагружают, просто не продохнуть. Шучу, шучу. Просто мне легче работать, когда здесь спокойно и никого нет. А ты чем вообще тут занимаешься? Какая у тебя должность? Департамент бестолковых дел. Как это? Пиар, в общем. Но как же бестолковых? Самых, что ни на есть, толковых. Это верно. Но иногда кажется, что от меня тут нет никакого толку. А тебе? А вы зачем зашли? Да, я вдруг подумал, что ты здесь. Решил, пойду, найду Милек, покатаю ее на своей новой машине. Ну, правда, зачем вы пришли? Я тут права оставил. Зашел забрать. Посмотришь на машину? Вы купили новую машину? Нет, не совсем купил. Взял на тест-драйв. Если понравится, куплю. Хочешь взглянуть? Давай. Ну как? Здорово. Садись, прокатимся. Нет, спасибо, у меня еще дела. Ну какие дела? Потом сделаешь. Я ведь тоже твой начальник. Милек, поехали. Буракбей, ну я правда занята. Послушай, давай лучше перейдем на ты. Не люблю я всю эту официальность. Я тоже не люблю, но все же... Ну вот и все, садись. Давай. Как тебе? Невероятно, как самолет. Ну что скажешь, стоит мне ее брать? Я думаю, что для Стамбула она слишком быстрая. Тоже верно. Я и забыла. О чем? Как это, ехать на такой быстрой машине? Что, ты тоже любишь скорость? Любила, раньше просто обожала. А почему перестала? Попала в аварию? Упаси Аллах, ничего такого, просто... А что тогда? Я изменилась. Изменилась? Как это? Просто изменилась. Больше не делаю того, что делала раньше. Стала примерной девочкой. Примерной девочкой? А раньше, значит, проказницей была? Еще какой. Подумать страшно. Аллах, Аллах, а так и не скажешь. Но как? Слишком быстро. Сбавь немного скорость. Ты хоть и говоришь так, но самой-то нравится, правда? Хорошая же машина, да? Как тебе?